Алло. Да. Добрый вечер. А зачем нужны вам 2 минуты? Уважаемые любители шахмат, и с вами человек, который постиг всю мощь идейной компенсации, а теперь он постигнет всю мощь Васи Буришина. Ну и... Если ты отдашь слишком много материала, я не спасу эту позицию. Я сейчас мат дам, подожди. Мне нравится играть. Ну вот он уже играет в какую-то чушь, поэтому... Нет, это главная линия, почему чушь? Мы будем играть в жуткие страсти. Ну так он едва твой анализ. Нет, вот есть интересно. Здесь надо АБ брать объективно, и у тебя хорошая позиция, но... Поэтому мы пойдем А4. Сейчас он предложит ход назад, потому что ты промазал мимо пешки просто. Нет, тут С3. Почему не С4 того, что его? Нет, С3 это... Что ж он какой упертый? С4. Что ты делаешь? Шахматный камбэк. Все, пора мне вступать уже. Да нет, тут ничего нет. Ты такого. Уже продемонстрировал день, ну-ка ты встать. Нет, смотри, у нас хороший. Вот видишь, он страшный, он страшный. Отступает. Ну хорошо, конь же 3. Я не верю. Нет, сейчас он с 5 пойдет, и я не смогу удержать короля и все фигуры подбесающие. Отвали. Уже через D4 без ладьи. Да, хорошо. Без ладьи. Идейная компенсация. Что? Ну я не выиграю позицию без ладьи. Да хватит ныть. Я даже борьбу ненавижу. У нас отличная позиция. Конь висит, кстати, обратите внимание. Я понимаю, ну все, ну сдаться надо. Ну, в смысле, вообще нет хода. Слон D3, поехали. Все. Конь бьет E4. Меняем фигуру, а всего-то ладьи не хватает. Ладья E1, не надо, не бей. Ладья E1. Он на 2-0 сыграет, ничего не даст. А так у нас что есть? Слон H7? Так он хочет 2-0 сыграть, это напрашивается. У меня будет ферзь H5, удар неожиданно. Да, он зевнул слона. Это идейная компенсация. Я ничего не зевнул, здесь F5 есть ход. Все равно это забавно выглядит. Какой есть ход? F5. Да, F5, и на F5 слон... О, удалище. Возьмем. Пешечка. Так, теперь у него слабые поля. Смотри, вот есть крутой ход D3. У нас ферзь висит. Ну и хер на него. А, нет, D3 нету. Извиняюсь. Но идея в том, что слон b2 где-то в вариантах. Понятно. Я понял твою идею. Она не очень. Бывали идеи получше. Ну давай. Нужно. Да, вот d4 сейчас. d4. А под все бои. Да, d4. Хорошо. Это идейно, по крайней мере, я согласен. Слон b2. Отлично. Чувствуешь, как фигуры выкатываются почти? Мне уже страшно за позицию. Черного короля. Так, ферзь H6 или ферзь F6? Ферзь F6 это вызывает некоторое недоумение. Так, ну? Обратите внимание, у парня 2500. Спиридонов Сергей. 2006 года рождения. 87-го. Ну ладно. Ну, идейная. Так. Понимаешь, что теперь что такое идейная компенсация? Да. Я проникся. Ну, он сейчас... Не добавляй время. Не добавляй, принципе. Надо ферзя отдать, причем ну, за очень мало материала. Ну, слон ферзь D6, ферзь D3 надо играть. Ну да, ферзь D4, может, слон конь D4. В принципе, не важно. Так, ну... По Васе Буришину, то есть вот такая вот игра, она приносит плоды. Это вот Сталин в свое время также государство строил. Вообще народом не особо дорожил. Почему он, когда вот проигрывает? Действительно, зато Великую Отечественную выиграл. Да, да, я вообще ничего против. Вот мы тоже мат дали Гитлеру на G8. Ладно. Всех своих отдали, зато Гитлер получил мат. И это не очень удачная тема для шуток. Да. Всем спасибо за внимание. Ну и до новых встреч. Погоди, может он найдет спасение. Хорошо, я подожду 7 секунд. Чудо не произошло, дорогие друзья. До новых встреч.